Девчонки, доброе утро. Ника тут сейчас будет с Демой, да, с помощником, раскрашивать такую подставочку светлой пастки. У нас есть акрил. Мы белым сначала вскроем, для того, чтобы... Не было видно затемнение. Да, затемнение. А потом будем раскрашивать. И еще я купила вчера, или где я там купила, я уже не помню. Нет, помню, в эпицентре, позавчера. Вот такие вот блестяшки, чтобы она сверху их посыпала. И у нас будет такая подставочка. Покажи, Николечка, светлой пасхи. Вот такая пасха. Вот. И вот на подставочку. Тихо, оторвал уже. Жопа, нельзя, Дема. Он оторвал или поломал? Ага, он оторвал, то есть надо приклеить. Вот видите, уже малой уже. А, вот так. Видишь? А тут оно ничего страшного. А, нет, это все нормально, значит, так надо. То я думала, что он оторвал. Вот, это первое. Потом мы будем красить сейчас яйца. Как мы будем красить, я еще не знаю, я вам покажу. Потому что много купила всего и даже не могу определиться, что именно мы будем делать. И вот, я тут собрала разные ингредиенты для нашего кулича, для нашей пасхи, которую мы будем делать в мультиварке. Это вы сможете посмотреть у меня, получается, на канале, в плейлисте. Наверное, рецепты. Да, я туда это все положу, чтобы здесь, именно в этом видео, я вам не показывала. Так, чуть-чуть только покажу. И знаете, что я нашла? Когда-то мне на обзор присылали шоколад, ну как, типа, чтобы я попробовала и вам рассказала о новинке. И перед этим прислали вот такие вот составляющие этого шоколада. И мы с ним ничего еще не сделали. И знаете, даже хорошо, что ничего не успели сделать. Потому что это идеальная просто составляющая внутри. У нас будет вот такие вот желатинки в самой нашей пасхе. Арахис, печенюшки. Потом карамельки можно добавить. Также тут есть взрывные такие, карамель Выбухова. Ну, дети знают, я думаю, что взрослые тоже. Тем более, кто пробовал шоколад Корона, у них есть. Знаете, такая вот фиолетовая упаковка, и там лопается так во рту. Это выбуховая карамель, а это дрожже. Да, вот так вот будет выглядеть, только мы раскрасим. Вот, и я думаю, что мы все это чуть-чуть подобавляем, потому что у нас она идет, как знаете, просто эксперимент. Мы купили итальянскую, я вам уже показывала, поэтому это мы просто будем с Никой, ну, наверное, экспериментировать. Если вам интересно, обязательно заходите в мой плейлист и смотрите это видео, которое я выложу. Конечно, оно выйдет уже после Пасхи, но ничего, на следующий год. А кому любопытно, просто посмотреть, что у нас получилось. Наша бабушка сейчас уходит делать ногти. Нас оставляет, да. А мы, кстати, все это перенесем сейчас домой и тихо-тихо вообще будем начинать делать Пасху, потому что я верю, чтобы, в общем, надо было очень-очень тихо, чтобы не было сквозняков, а тем более на улице делать ее нельзя. Моя ты творческая личность. Девочки, мы уже замутили наш кулич. Он в мультиварке. Что получится, вообще не знаю. Ника, как ты думаешь? Я уверена на все 100, что будет отлично. Потому что вот даже если тесто будет такое. Я старалась. Тесто должно быть хорошее. Я кстати, помню. Вы в Инстаграм писали разные рецепты. И я собрала все рецепты и сделала как-то один общий. Не знаю, что выйдет. Но мы надеемся, что будет очень вкусно еще из-за того, что у нас там внутри начинка у нас. Какая, Никуська? Мармеладки, шоколадки, печеньки, дрожже разноцветное шоколадное, потом арахис и печеньки. И печеньки, и много печенек, и вообще кулич-печенька. Кулич-печенька. Смотрите, у нас тут бабушка настирала и все обвесила. Демкин комбез, потом Никина пижама, вон куча-куча-куча всего. А вот и наша бабушка, покажи свои ногти, она уже сбегала. Да, она уже сбегала, вон с этим. Мама, что это у тебя тут? Это соль. Я яичницу делаю с этими, да, с лучкой. Там, где нету соли. Ты смешная, дай.
цвет такой яркий. Она... Кофточка, у меня наряд такой. А, вот она под наряд. И такой яркий-яркий. Она съездила уже на метро Харьковскую, сделала себе шеллак. А сейчас делает мне яичницу. Говорит, что от яичницы... Мышцы крепкие становятся. Да? А я вот тут подготовилась, видите, к... Буду сейчас красить яйца. Яйца уже варятся, я их помыла предварительно. Девчонки, я с детства обожаю вот такую вот яичницу, то есть это омлет. Яйца, лук и помидоры. И все это вперемешку. Это безумно вкусно. Прям вообще безумно вкусно. Так мама делала в детстве, и теперь я просто обожаю такую яичницу. А глазунь я вообще не люблю. Девчонки, вот такой вот у нас получился кулич в мультиварке. Я думаю, что он будет очень вкусный. Я покажу вам завтра. Соответственно, закончу влог завтра. А сверху мы посыпали его присыпкой, и глазунья у нас белый черный шоколад. Мраморно так. Красиво. Нике понравилось, это главное. Главное, чтобы Нике понравилось. И вот смотрите, какую красоту она сделала. Светлой Пасхи. Как она раскрасила, разукрасила волошки, ромашки. Ой, какая она умничка у меня. Вот такая вот у нас красота получилась. Ну и с яйцами. Яйца у нас вот такие вот получились, разноцветные, но это у нас такой пробный первый вариант. И сейчас мы будем, это которые у нас треснутые, а вот тут, которые целенькие. И мы еще будем клеить на них наклеечки. Вот так вот мы подготавливаемся к праздникам. А как подготавливаетесь вы, пишите обязательно, пишите ваши традиции, это очень-очень интересно. Все, а завтра я влог закончу, я покажу, какая она внутри, и скажу, как она по вкусу, потому что я чуть-чуть побаиваюсь. Все, девочки, до завтра. Всем привет, доброе утро. Мы проспали церковь и только-только едем. Поэтому едем с Демой. Вот. И Дема за рулем. Да, Дема? Скажи, держи руль. Вот, я держу руль. Да, я за рулем. С утра уже мацал папе на пиво, потом за руль. Настоящий мужик. Ай, как улыбится. Все возвращаются из церкви, а мы только едем. Но я думаю, что мы все равно успеем посвятить. У нас полный багажник всего-всего-всего-всего. Что надо посвятить? Да, у нас там и молоко, и масло, и сыр. В общем, много чего. У нас церковь вообще недалеко, можно было бы, в принципе, пройтись пешком. Но Дема очень любит машины, очень любит. И мы решили сделать... приятно малому и сделать приятно всем нам, чтобы не тащить. Нашим ногам. Ногам, рукам, да. О, вот так рулит. Вот так, да, вот так рулит Дема. Сейчас мы как столб заедем своим рулением. Давай, рули, мой хороший, рули. Молодец, да, вот так надо рулить. Умничка, Дема. Шапку снимем, да. Надо его опять стричь. Волосы так быстро отросли. Мы тут едем. Да? Ой, нравится, Дёня. Это у него так радость выражается. Скажи ура, Дёма, скажи ура. Скоро наши зрители оглохнут. Ну да, ура. Вот, а вы сейчас начнете мне писать: ребенок не пристегнут, о боже, ты не пристегнута. В общем, короче, мы тут все в порядке, мы едем 5 километров в час, поэтому все нормально, не переживайте. И машин здесь нету, то есть встречных, поэтому тоже не переживайте. Максимум, что нас может сбить, это какая-нибудь пробегающая лошадь. Но так как мы на папиной машине, большой и черной, то лошадь нас сама будет бояться. Вот, ну все. Мы уже будем дома, когда я вам покажу в разрезе нашу пасочку, которую мы с Никой нафиячили. Что у нас там внутри получилось, я не знаю, какая она по вкусу, не знаю, но мы попробуем вместе с вами. Папа, вставай. Thank you.
по-моему, на картинке она выглядит более аккуратной. Ну чего, она вот такая вот и должна быть, типа, в виде... Вот. В виде креста. Да. Прикольная. Сейчас мы будем ее раскрывать и пробовать тоже. Я, конечно, думаю, что мою пасточку быренько все съедят. Нашу. Да, Николечка, прости. На самом деле мы с ней вдвоем делали, правда, вдвоем. Прям вдвоем-вдвоем. Дема, самолет летит, твой любимый. Ой, а как она пахнет, да? А мне с Италии привезли. Реально пахнет. Петь, понюхай. Понюхай. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Тут у меня яйца. Как я буш? Ой, пахнет, ты такая мягенькая. Держи, мам. Спасибо, Дуча. Так, сейчас мы... Ой, ой, вот это вот неповторимый... А здесь лимонным очень да, много. Да, цедра. Цедра. Угу. Апельсина, по-моему, даже не лимона, да? Угу. Мне кажется, апельсина. Лимон и апельсин. Да? Угу. Держи, Петь. Надо было мне, ну, этот, взять тарелочку, а то я тут такая вина. Вот, принести? Да ладно уже. Так, а я хочу просто кусочек попробовать, чтобы вам сказать, как мне. А потом мы уже с Никой будем есть. С ножа, говорят, есть нельзя, но... Не, не надо. Я ж не с ножа, вот, да. Видишь? Вкусно очень. Дёма, не бросай. Мне моя больше нравится, если честно. Да? Угу. Это суховато? Не, она тоже мокрая. Не, она мокрая. В принципе, то, что я и хотела. Но если сравнить с моей, ну, с ней, сладости с нашей. Не хватает, сладости такой. Не, ну она прикольная. Но она больше, знаете, на что похожа? На булку. А это мне муж цветочки подарил вчера. Вот так приятно, просто так, без повода. Люблю без повода, но все равно ругаю его за то, что живые. Ой, дайте мне ням-ням, я уже съел. У тебя лицо не лопнет, хомяк? Ага. Поймала. Вот целое утро поет эта птичка. Так здорово вообще. Я обожаю 1 мая, я обожаю Пасху, я обожаю 9 мая. Я обожаю эти праздники. Ребят, я вас поздравляю с Пасхой. Я знаю, что это видео выйдет уже после, но в любом случае мира и добра вам. Я на этом свой влог буду заканчивать. Я рада, что вы провели со мной это, ну, как бы эти дни, эту подготовку и вообще этот праздник, потому что я не думала, что буду снимать на Пасху, и вот все равно кусочек я засняла. Вот. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, потому что там появляется все в первую очередь, и фотографии уже, много фотографий уже там есть. И на мой канал, если вас заинтересовало это видео, если вас заинтересовала я как личность, то я буду рада новым друзьям и новым знакомствам. Все, ваша Запорожская, люблю, целую, пока-пока.